ставишь человека в ту позицию, куда ты его хочешь поставить, но потом не можешь завершить то, что начал. Так нельзя выиграть матч. То есть я, в принципе, весь матч выиграл в той позиции, где я хотел, чтобы он был. Но просто, к сожалению, слишком много ошибок. Чрезмерное количество. Ошибки, они произошли от чего? Следствием чего они стали? Я не могу сказать, следствием чего, если это усталость, или это невнимание, или это что-то еще. Но, к сожалению, сегодня уверенности в определенных ударах не было. И, скажем так, с такой игрой, как я показал сегодня, выиграть матч было очень трудно. После первого сета ты стал реже выходить в сетки. Это было вынуждено? Или именно чем связано? Просто, скажем так, выходы к сетке ему шли на руку. То есть, чем короче был розыгрыш, на самом деле, с игры сзади он не мог ничего сделать, скажем так, с моего резаного. И именно этим резаным я его всегда ставил в ту позицию, где я хотел, чтобы он был, там, либо коротким, либо менял ему линию, чтобы он не сыграл кросс, но после этого все то, что я, в принципе, умею делать и что я должен был делать, сегодня просто не работало. То есть я не мог попасть в корт так, как я хотел попасть. Окей, ну, матч уже завершился. К сожалению. Мы начинаем первую группу. Там еще не все определились потенциально, кто нам может попасться. Тем не менее, вопрос такой немножко, может быть, даже политическим контекстом. Россия точно нам может попасться, потому что они уже защитили свое право. Ты бы хотел, чтобы нашим соперникам в первой группе оказалась была Россия? Мне как-то, если честно, абсолютно все равно. Какие ближайшие планы? Завтра улетаю в Мэтт, я попал в основную сетку. Поэтому мне играть с ними, нам, скорее всего, в среду. Посмотрим, как это будет выглядеть там.